Во время делового визита в Республику Беларусь делегация Чувашии во главе с Михаилом Игнатьевым посетила Минский автомобильный завод и предприятие «Белэкотехника». МАЗ – это легенда когда-то общего советского автомобилестроения. Машины с зубром на капоте можно было видеть во всех российских дорогах. Союз давно распался, а завод остался. Остался опыт, репутация, обширная номенклатура. Сейчас на МАЗе выпускаются более 500 различных моделей, в их числе большегрузная автомобильная техника, пассажирские автобусы. Все они работают как на дизельном топливе, так и на природном газе. Белорусские машины покупают все страны СНГ. Главе Чувашии показали все модельные ряды и подробно рассказали об отдельных преимуществах. Внимание Михаила Игнатьева привлекли новые автобусы. То, что появляются новые автобусы, новые модификации, экономичные, это очень здорово. Глава Минэко Владимир Аврелькин тоже не удержался и побывал в кабине МАЗа. Масштабы впечатляют. Особенно вот заинтересовал мусоровоз газовый на газовом оборудовании. Почему? Потому что в республике тоже принята программа по утилизации отходов. Ну, как бы, наверное, как во всех субъектах. И достаточно большие расстояния приходится преодолевать этим мусоровозом. Да? И понятно, что все затраты, они ложатся на тариф, на население. И что вот как-то вот компенсировать, облегчить. Вот эта техника для нас, она является там актуальной. Поэтому по приезду в республику мы будем разговаривать с жилищно-коммунальным хозяйством, городских администраций для того, чтобы попытаться вот такую технику увидеть у себя на дороге. Завод развивается, переходит на современные технологии, сертифицирует продукцию по международным стандартам.